Был почти такой же день, около половины шестого, когда на улице Анапы вошли советские танки. Одновременно корабли Черноморского флота установили блокаду побережья и провели артподготовку, уничтожив береговые укрепления фашистов. Когда стемнело, высадили десант. Оказавшись в клещах, враг начал отступать вдоль берега в сторону станицы Благовещенской, к ближайшей линии обороны, которая через пять дней также будет сметена. Кубанцы, защитники Кубани, их все меньше и меньше у нас в Анапе становится. Они не дали пройти. Если Сталинград не дал немцам перейти за Волгу, то кубанцы не дали прорваться к бакинской нефти, на что рассчитывал Гитлер для пополнения схвост. Оккупация длилась больше года. Как и любой порт, Анапа стала узловой точкой. Ко всему, что было в городе, захватчики и относились как к чужому. Однако уже через два года курорт принял раненых советских бойцов. Анапа в период войны была разрушена на 90%. Благодаря вам, дорогие ветераны, она восстановлена, и сегодня над всеми нами мирное небо. Мы живем счастливо. Я хочу сказать, что мы воспитываем дух патриотизма у нашей молодежи. Дорогие ветераны, вы совершили и ратный, и трудовой подвиг. Возродили Анапу. Сегодня Анапа красивый, цветущий город. С каждым годом становится лучше и лучше. Только в этом году открыты парки, освещены улицы, освещен город, украшен. И все это делается вами, вашими потомками, вашими детьми и внуками. Юные жители Новороссийска передают Анапе знамя эстафеты добрых дел, которая посвящена 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Накануне юбилея в Супсехе открыли новый сквер боевой славы. Сегодня же на Симферопольском шоссе начал работу музей боевой техники. Молодежные активисты и общественники привели в порядок монументы павшим воинам. На анапской земле в братских могилах покоится более 3000 солдат и офицеров, а также мирных жителей, погибших во время оккупации. К вечному огню возлагают гирлянду памяти от солдат и офицеров анапского гарнизона, венки от губернатора Краснодарского края, главы муниципального образования, ветеранов, казачества, а также цветы от благодарных анапчан. Александр Ребека, Никита Бойко, Михаил Григорьев, Анапа регион.